Я приветствую вас, уважаемые дамы и господа, любители профессионалы дзюдо. Я Роман Карасев, и вы смотрите YouTube-канал «Планета Дзюдо» и нашу постоянную рубрику «Библиотека боевых искусств». И в сегодняшнем нашем выпуске у нас интересная достаточно книга, точнее даже две книги, первая и вторая часть. Эти книги написал Владимир Грищенков, заслуженный тренер Беларуси, судья олимпийской категории по дзюдо, обладатель седьмого дана. Вот эти две замечательные книги. И мы сейчас пройдемся по ним, посмотрим, что у них написано, что интересного и полезного можно подчеркнуть из этих книг. Итак, начнем с первой части. Вот она у меня в руках. И я хочу вычитать отрывок из предисловия к этой книге. В книге рассматриваются вопросы истории дзюдо как неотъемлемой части интеллектуальной подготовки спортсмена. В первой части освещена тема истории дзюдо от истоков ее зарождения до момента международного признания дзюдо как олимпийского вида спорта. Книга содержит ценные исторические рисунки и фотографии. Приведены оригиналы текстов, документов и статей эпохи становления и развития дзюдо. В конце пособия помещен статистический материал. Книга может быть полезна специалистам, спортсменам и любителям дзюдо, а также всем, кто интересуется историей единоборств. Вот такое описание к первой части этой книги. Книга имеет достаточно плотный переплет, очень хорошее качество печати. Да, на самом деле мы видим... Здесь очень много фотографий, исторических, документальных, текста и от Дзигоро Кана, и о становлении боевых искусств, и вырезки из различных газет и журналов с описанием. Есть многие мастера известные. Книга на самом деле интересна с точки зрения исторической информации. Конечно же, в ней собрано много материала из различных источников, но они подобраны очень хорошо. Здесь есть много описания информации о спортсменах олимпийских чемпионов. Есть результаты олимпийских игр. Правда, не всех, так как книга была выпущена в 2009 году, но многие олимпийские результаты в этой книге нет. Есть. Поэтому книга... Есть книга очень интересная. Есть, кстати, очень интересно, есть такой словарь в этой книге. Словарь перевода... каждой техники на русский язык, вот, допустим, йокааты, падение на бок, йокавакари, разъединение в сторону. Это описание техник приемов очень полезно знать. Знаете, мы обычно знаем, что есть там бросок через спину или там на русском языке. А существует терминология японская, допустим, исикацу. Что это? Неизвестно. А здесь вот есть описание исикацу, воздействие на руки. Вот информация в первой части этой книги мы услышали. Давайте посмотрим сейчас на вторую часть книги Владимира Грищенкова «Дзюдо. Страницы истории». Во второй части о чем мы можем с вами прочитать. Я также зачитаю вам нотацию, предисловие. Итак, в книге рассматриваются вопросы истории дзюдо как неотъемлемой части интеллектуальной подготовки спортсмена. Во второй части освещена тема
истории зарождения и развития дзюдо в дореволюционной России и СССР. Книга содержит ценные исторические рисунки и фотографии. Приведены оригиналы текстов, документов и статей эпохи становления и развития дзюдо. В конце книги помещен статистический материал. Книга может быть полезна специалистам, спортсменам и любителям дзюдо, а также всем, кто интересует историей единоборств. Да, на самом деле, также мы видим очень обширное оглавление, много информации исторической. Вот, допустим, они создавали советское дзюдо. И здесь есть много имен, известных нам, и очень интересных. Вот такой обширный, интересный материал, хорошо преподнесен. Хронология соблюдена. Много информации о тех, кто создавал дзюдо. В нашей стране был у истоков создания дзюдо. Много иллюстраций, фотографий, архивных документов. Книга на самом деле очень хорошая. И на самом деле она может быть полезной для тех, кто интересуется историей боевых искусств, историей дзюдо, развития не только в мире, но и также в Российской Федерации. И она будет полезна. Итак, это две части книги «Дзюдо. Страница истории». Автор Владимир Грищенков. Вот они у меня в руках. И я думаю, эти книги также займут место, должны занимать место в библиотеке каждого мастера боевых искусств. И они будут всегда под рукой для того, чтобы можно было подчеркнуть какую-то интересную информацию, которую можно в последующем рассказывать и преподавать нашим ученикам или своим ученикам в клубах и залах, где изучают боевые искусства. Дзюдо. Страница истории. Владимир Грищенков. Рекомендую.